Техника ката – распространенная соревновательная дисциплина в карате. Спортсмены последовательно демонстрируют технику ударов, передвижений и блоков. Именно с этой дисциплины на курорте и стартовал Кубок России по спорту глухих. Желаем вам хороших, честных поединков, беспристрастного, честного судейства. Пусть победит сильнейший. Пусть эти дни станут для вас полезными. Наберитесь впечатлений для того, чтобы рассказать о нашем замечательном городе Анапа. Чтобы к нам на такие соревнования, на кубки, на чемпионаты, на первенство приезжало как можно больше людей. Добро пожаловать в гостеприимную Кубань и Анапу. Побороться за медали турнира в Анапу приехали более 40 мужчин и женщин из 10 субъектов России. Соревнования организовали в зале базы отдыха «Спорт» в селе Супсех. Мастерство показывали как молодые каратисты, так и более опытные оппоненты. Например, Ирина Кривова – неоднократный победитель чемпионатов России. Помимо ката на состязаниях прошли поединки в весовых категориях. Всего на Кубке страны разыграли 13 комплектов наград. Никита Васюхин, Дмитрий Гладушевский, Анапа регион.